Доброе утро! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о Слове Божьем. На мой взгляд, сегодня многие верующие потихонечку утрачивают непоколебимость веры в то, что Библия является абсолютным, непогрешимым Словом Божьим. Подавая как-то, я спорил с одним студентом о том, что Бог сотворил землю все-таки за 6 дней, это утверждал я, а брат утверждал, что, скорее всего, это невозможно, и приводил огромное количество доводов в пользу того, что за 6 дней Бог просто не мог сотворить мир. Один из доводов был с его точки зрения достаточно убойным. Сказал: хорошо, я верю во всемогущество Бога, который может за 6 дней сотворить все. Но, говорит, я не верю в Адама, который за 1 день мог дать имена всем животным. И, в принципе, я думаю, это утверждение должно было бы поставить любого человека в тупик. Но не меня. Не потому, что я умнее. Нет. Потому что у меня есть твердая убежденность, что если Бог сказал, что Он сотворил землю и все сущее на ней, космос и так далее, за 6 дней, то это так и есть. И если я не понимаю, как возможно человеку дать имена всем животным за 1 день, то я не понимаю этого. А то, что я не понимаю, это не значит, что это невозможно. Я ограничиваю собственные возможности познания, а не Бога. И вы знаете, когда мы с вами пытаемся жить как христиане, когда мы начинаем эту жизнь, нам нужно, чтобы в нас с вами была твердая убежденность, что все, что написано в Библии, правда. Не вопрос переводов, не вопрос там каких-то иных вещей, но точное, четкое понимание того, что все, что говорит Бог, правда. Когда это внутри вас, никто не сможет вас сбить. Как часто различные свидетели Иеговы и так далее, там ученики Христа когда-то были у нас распространены, постоянно в каких-то диспутах, дискуссиях, иногда очень напряженных, пытались убедить нас в том, что Иисус не является Богом. И я не был настолько наученным, чтобы грамотно отвечать им, но я точно знал, если Библия говорит о том, что Иисус Христос есть Бог, так и есть. И может быть, я не понимаю, не могу ответить на все вопросы. С годами я нашел эти ответы, но не сразу. Знаете, что удерживает нас с Богом? Непоколебимая уверенность в том, что все, что Он сказал нам в Своем Слове, правда. Он не лжет. Он всегда говорит истину. И я думаю, что одна из важнейших задач проверить каждому самого себя, не начали ли мы либерализоваться, думать о том, что в Библии есть какие-то проблемные места, незакрытости, противоречия там и так далее. Может быть, ты еще не осознал этого и не говоришь об этом, но Библия уже перестала быть для тебя источником абсолютной истины. Тебе нужно восстановить это. В противном случае, одно из самых главных оснований твоей веры находится в состоянии разрушения, и ты в опасности.